Всем привет! Сейчас активно по сети набирает популярность одна информация. Вот она докатилась тоже до меня, не знаю, видели вы или нет. Якобы Федеральная служба безопасности, а также Управление собственной безопасности проводят массовые проверки сотрудников госавтоинспекции, а также водителей на дачу взяток должностному лицу. Все знают, что это уголовная ответственность, поэтому будьте аккуратнее, да и вообще в принципе не надо давать взятки. То есть мы вот ругаем государственных чиновников, да, сотрудников там госавтоинспекции за то, что якобы они там берут взятки. Так, по сути, кто их дает-то? Нет, я, конечно, понимаю, что бывают такие случаи, когда вам пытаются приписать нарушение, которого не было, поэтому знайте свои права, будьте бдительны, будьте аккуратны. Не надо ни в коем случае ругаться лишний раз. Да, я, конечно, понимаю, что сотрудники не всегда ведут себя корректно, может быть, по закону. Но иногда проще показать водительское удостоверение, написать в протоколе «не согласен» и уехать дальше спокойно. Будьте аккуратны.